проехать сотни километров, пересечь несколько регионов и надеть наручники в Чувашии. В Чебоксарском районе полицейские пресекли деятельность криминального автокурьера. 39-летний житель Башкирии намеревался провести через республику более 18 килограммов гашиша. Однако эту миссию ему сорвали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Подробности в материале моего коллеги из пресс-службы МВД по Чувашии Егора Алексеева. Несмотря на позднюю ночь, на одном из участков трассы М7 Чебоксарского района оживленно. Здесь полицейским в ходе успешной спецоперации удалось задержать автокурьера. 39-летнего жителя Башкирии подозревают в незаконной перевозке запрещенных веществ. Мужчина подтверждает подозрения стражи порядка и сообщает, что в салоне его автомашины и вправду есть таинственный груз. За что задержали? За содержимое в автомобиле. А что там у вас в автомобиле? Брикеты какие-то. В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено несколько десятков плиток с гашишем, общий вес которых превысил 18 килограммов. До завершения криминального турне мужчине оставалось немного. Крупнейшую партию смертельного зелья он забрал в Московской области и намеревался сбыть в Татарстане. Если бы злоумышленник сумел довести преступный замысел до конца, то на улицах могло оказаться до 90 тысяч разовых доз наркотиков. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Я не знаю даже, с кем я разговаривал. Я же в Иксабере общался, мне туда приходили сообщения. А напрямую с кем-то встречались вообще? Нет, никогда. По словам мужчины, в этот преступный бизнес он втянулся случайно. Увидел объявление о высоком заработке и решил откликнуться. Проработать удалось ему около месяца, однако уехать в места не столь отдаленные придется надолго. Мужчине грозит серьезный тюремный срок.